Приветствую вас, друзья, на канале Самоделкин 57. И сегодня вам хочу показать самоделку из вот такого вот профиля. Дополнительно нам потребуется болт. Будет самоделочка полезная как для гаража, мастерской, так и в каких-то целях можно использовать для дома. Профиль специально не выбирал, вот какой был в гараже, такой решил использовать. Внутреннее примерно на 90, наружнее 110, по высоте 45. Вот из такого профиля сегодня будем изготавливать полезную самоделку. Смотрите, что у нас с вами получится. Для начала от профиля отрежем буквально 5-6 сантиметров. Больше нам не потребуется. Теперь немного очистим от ржавчины. Так, отрезали, зачистили. Теперь так, вот с этой стороны. В центре вот здесь вот засверливаем отверстие. Друзья, давно хотел проэкспериментировать вот это сверло, заказывал на Алике. В общем, что я вам могу сказать? Советский профиль, в принципе, отлично просверлило. Начал изначально вот таким сверлом советским сверлить. Ну, как бы долго, плюс подзатупилось, решил поставить вот это сверло и попробовать им. Ну, собственно, что мне требовалось, то я и просверлил. Советую, рекомендую. Теперь зажимаем отверстием кверху и нарезаем резьбу. Так, пока до конца не собрал. Решил еще дополнительно усовершенствовать и просверлить второе отверстие вот здесь. Так, беру все то же сверлышко и теперь делаю отверстие на 10. С этой стороны то же самое. Нарезаем резьбу. Ну что, друзья, все сделано. Отверстие засверлено, резьба нарезана. Давайте теперь посмотрим, что получилось. Значит, с одной стороны накручиваем болт. Болт длинный,
потому что такой был под рукой. Обрезать да как-то не стал. Мало ли пригодится. Значит, смотрите. С одной стороны накрутили, с другой стороны накрутили. Либо не накрутили. Вариант первый. Нам нужно склеить две дощечки. Намазали клеем, вставили и зажали. Вот такая своего рода струбцинка. Можно как склеить, так и просверлить. Теперь второй вариант. Недавно собирали кухню, и нам потребовалось отравнять ее. Для этого, соответственно, нужно было соединить шкафчики по уровню и закрепить их там. Закручиваем один болт максимально и закручиваем второй. К примеру, берем вот такие две фанерки. Зажимаем их и вот таким образом подтягиваем. Все зажато, обратите внимание. Можно свободно засверливаться. И все будет у вас ровненько отцентровано при помощи вот такой струбцинки. Кому понравилось мое видео, вот такая вот, так сказать, домашняя самоделка. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем спасибо, всем пока.